Характерной нигде здесь не было написано, что здесь нельзя снимать, так что... Так что мы спокойно идем и снимаем. Такая симпатичная пижама. Вопрос о том, как считается слово «лобень». Лобень. Корейская косметика. Дофига корейской косметики. Цены... Ниже, чем в Москве. Угу. Чуть-чуть ниже, чем в Москве цены. Да. Да. Да, мы сейчас туда и пойдем. Я пытаюсь найти, где у нас лестница. А, не здесь, с другой стороны. Да, КФС. ДНС. Спортмастер. Спортивное питание. Тут всякая церковная лавка. Ну, тут уже выход. А куда ты пошел? Ты чего? Они обычно около кассы вроде бывают. Ну, вроде да. Нет, здесь тоже носки какие-то всякие. Ну куда он пошел? Во! Какие-то стельки. Я нет, где реально я не поняла, где майонез? Ой, брат майонез, да. Нет, просто это самое, я... Прости, я... Так, это мы находимся в магазине Евроспар. Который тоже какой-то у нас там. Да, на макарошки. Да. Макфа, 70 рублей. Ой, извините, пожалуйста. Яйца спардиевенские. 80 рублей 92. Фирменные спаровские. Фирменные спаровские, да. 80 рублей. Молоко. Олимпийские конфеты. Ну, Рафаэлло, конечно, безумно дорогими стали. Просто катастрофа. Цена на Рафаэлло. Ну, где-то, кстати, а здесь нет? Какой? Здесь... На вот этот? Ну, вот этот, да. А вот на этот? Так и тоже цена безумно дорогая. Ты че? А, здесь у них нету поддельного Рафаэлло, не стоит, да? Ну, потому что это не пятерка. Потому что это не пятерочка, да. Еда. Каши детские всякие. Хайнс. Если кому интересно питание. Куча всякого. Салфетки, салфетки всякие такие. По 30 рублей салфетки влажные. Порошок стиральный детский. 688 рублей. Это какой-то аквапудра тает. Так, ну это всегда было дорого. Хаггис. 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 Санкции. Санкции. Не, ну да, конечно, ценники, конечно, отличаются. Бельгия. Бельгия. Бельгия.
Милка сопоставима. Милка с бельгийским. Да. 109. Бабаевский шоколад 109. Между прочим, есть, смотри. Линд. Фундук, апельсин. Mm-hmm. Совершенно интересно, очень в форм-факторе, судя по ощупь, судя на ощупь, 170 рублей. Несквик, пожалуйста. Несквики, шарики, такие шарики, сякие, мюсли. Благо, опять это не молоко, которое наше, как оказалось, фирма. Стандартная цена вообще не поменялась. Активия сколько, как стоила, в порядке 45-50. Ну, в Москве она просто 51 доходит местами. Ну, в Москве, да, до 51 местами доходит. Пожалуйте, вам пиво. Чешское. Чешское пиво 100 рублей. Коммунарка, это между прочим, Беларусь. Германия, пожалуйста, 150 рублей пиво. 119 рублей пиво. Вообще, ну как бы цена не... Ну, тут у нас отечественная. Всякое разное, оно, понятно, подешевле. О, софт-пиво. Прекрасно. Интересно, кто производитель? Солидное. Так, 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 так. Производство, производство. Ой, волковская пивоварня. Ну, в общем, короче, понятно. Вот, вот куча, 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 просто куча, куча, куча. Дофигища просто пиво. Дофига. Ну, тут просто куча чипсов. Лейс. Сейчас. Принглс. Принглс подорожали. Но они всегда были дорогие. Так, ну тут просто всякие варенья, более дорогие варенья, более дешевые варенья. Наш любимый Махеев джем какой-то местный, видимо. Любимый наш Махеев. Вон цена по 122 рубля. Есть кукуруза спаровская, кукуруза Хайнс. Пожалуйста. Тут куча, 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 куча просто всего. В общем, вы сами стопаете себе, если хотите посмотреть. Вот сады Придонья, это, кстати, волгоградская, которая. Вот, вот это Волгоград. Вот цены тоже, смотрите. Это тайландская. Хлеб тостовый к завтраку 45 рублей. Хлеб пшеничный. Чесночный 40 рублей. Думаешь, булочка чесночная.